Наивно все, да, это наивно. Значит, я ни на что не годен. Значит, я настолько никчемен, значит, я этому обществу не нужен, понимаешь? Значит, лучше бы я не жил. Ну, грубо говоря, так уж формулирую, да, понимаешь. Так это погано, неужели ты не понимаешь, насколько это погано и ну, как бы, да. Да. То есть ты настолько никчемен, что даже не можешь себе помещение обеспечить какое-то в любом городе. Да, то есть просто, да, понимаешь. Ну, понимает он тебя, да. Как по специальности, да. Работаться. Thank you.
больше ожидаем. Ну да, наоборот, наоборот. Вот это он имел в виду, наоборот. Да. Зачем тебе деньги на меня тратить, понимаешь? Потому что ты думаешь, что я никогда ничего не заработаю. И то я какое дело это. Во-вторых, а во-первых, ну что значит никогда ничего не заработаешь? То есть, как бы, ну да. А, да, да, деньги картинка. А мне нахрен не нужны ваши деньги. Не понял тебя. Ну, я себе так думаю, но не правда, да. Ну, это же много. Ну, что, нормально у тебя жизнь прошла? У тебя деньги дали на квартиру, нормально где-то? Хорошо, это мелочь. Ну вот такие мы уничтожены. Такие мы бабы убавили. Не знаю, не наши, не наши. Типа того. Это болеющие, да. Нет, моя женщина, ну, это он себе, моя женщина и так, баба, да.
маленький кумочек. Понимаешь, это все фигня. Сыночек, не сыночек, блин, ты кто посмотрел? Что ты сделал для этого мира, для людей? Да. Чем ты докажешь? Чем докажешь? Иначе жить-то? Тогда жизнь получается вся проклятая. То есть отдых — это значит жизнь тогда становится и проведение досуга. А работа, как бы, ну, хрен ее знает, так себе, да, получается. Времяпрепровождение только налегке как-нибудь, да. Само по себе, да. Это есть тот самый, блядь. Да. Ну, а если ты понял себя уже просто, да. Да. А, то есть ты начался деньги зарабатывать, и теперь ты, твое настоящее занятие, это что, это их, ну, типа, да, вам это и говорил, да, наоборот, да. Как это есть тот самый, да, полуроды, потому что... Это, не знаю я, но не надо. Прижаться надо, да. Курсить, да. Что наоборот значит? Он себе так думает. Ну вот видишь. Ну вот и все, и смотри, и, может даже болезни у тебя вступать начинают, да? А наоборот, да. Ну это значит свобода быть, это значит, что я сам сделаю то, что мне надо себя, да. И сам решу, что надо. И что значит, я не беспомощный, это тоже часть того, что ты мужчина, потому что, да. Ну верно, да. Мне на вас насрать, потому что... Ребенки, вот маленькие дети, они беспомощные, ну и потом, пока они не научились сами ходить, и да, с мамки примерно не дали, да. Да. Взрослый мужчина не может быть беспомощным, понимаешь? Да. Ты научишься, значит, ну что значит беспомощно, значит, что-то ты не умеешь, значит, да, надо научиться, вот научишь себя сам чему-нибудь, да, все, да. Да. Ну наоборот, наоборот. А, ну. Да так. Ну, ну познайся. А ты что хотел сам-то? Ты что хочешь, да? Да. Вести не выбросить. Вести не выбросить. Да. Ah!
Вот это и было на самом деле. Да, ну пожалуйста. Ладно. Интересно, не слушай его. Ключи, ключи. Все, скоро ты делаешь. Как? Жизнь-то как клевая штука, да, ведь? Смысл, что клево, наоборот. Какой-то ужас, катастрофа просто. Ну, шутил он просто так. Так надо. Так тебе зачем? Тебе зачем? Смотри, ты работаешь, у тебя есть деньги. Научись распоряжаться. Да, знай свое место в мире, да, и так далее. Надо будет, да, будь свободен, понимаешь? Не носи за тобой. Не будь обузой сам себе, да. Не носи за тобой. Да, ну понимаешь, ну, короче, да, ну. Да, потому что самое главное это просто. Да. Ну что, да. Познание. Да. Да, больше своей птицы, наверное, да. Почему претенциозно? Ну, он про себя так говорит, да. Ну, удались сначала, потом это. Ну, я, да, самовдохновляюсь так. Или вдохновляю вас, или себя, или черт знает кого. Или просто так, да. Или просто типуюсь, как у меня отец говорит. Ну, ладно, не важно. Не знаю, как это будет. Да, наверное, да. Ну все, будьте, обчхи, будьте здоровы, понимаешь, обчхи, все, обчхи, да.